Наверняка вас удивило название этого видео. Так зачем же нужно ложить мыло под простынь? Очень многие люди страдают от синдрома беспокойных ног. Или, если говорить простыми словами, то это обычные судороги. Я думаю, многим из нас знакома ситуация, когда ложишься спать и ногу начинает беспощадно сводить судорогой и ни туда, ни сюда. Это очень болезненно и неприятно. Мышцы становятся как будто каменными, их буквально сводит. Для того, чтобы избавиться от такой напасти, возьмите кусок мыла, неважно, хозяйственного или душистого с запахом, и положите себе на кровать под простынь в любом месте, где вам будет удобно. И всю ночь вы будете спать совершенно спокойно, никакие судороги и спазмы не будут вас беспокоить. Если спазмы будут беспокоить вас днем, когда вы не спите, тоже приложите брусок мыла к этому болезненному участку, и они пройдут. Врачи до сих пор не знают, почему обычный кусок мыла имеет такой эффект и что общего между мылом и ночными судорогами. Но факт остается фактом, этому есть подтверждение сотен тысяч людей по всему миру, которые просто положили мыло под простынь и ощутили невероятный эффект. Сон становится спокойным, приятным, ноги не дергаются, боли и спазмы не беспокоят. Более того, даже начинают сниться приятные сны, исчезают кошмары и ночное беспокойство. Поэтому совершенно не важно, является это эффектом плацебо или научным фактом, который пока еще не доказан. Если это помогает хорошо и спокойно спать всю ночь, то почему бы не воспользоваться таким способом? Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить другие полезные истории.